Ульяновский государственный академический симфонический оркестр «Губернаторский» впервые за долгие годы исполнит знаменитую оперу «Иоланта» великого русского композитора Петра Ильича Чайковского. Сейчас идут первые репетиции, пока без оперных исполнителей. Дирижирует оркестром главный хормейстер Большого театра, народный артист России Валерий Владимирович Борисов. Она вообще уникальная, «Иоланта». Она уникальна по своему строению, по характеру оркестровки, по характеру взаимодействия между собой оркестра и солирующих голосов. Представляет огромную трудность для дирижера и для оркестра в смысле освоения всех вот этих вот тонких граней переходов, темповых. Значит, буквально может меняться темп из одного такта в другой и возвращаться обратно. «Иоланта» – последняя опера Чайковского. Ее премьера состоялась 6 декабря 1892 года на сцене Мариинского театра. И с тех пор она не сходит со сцены. 20 октября в Ленинском мемориале вместе с солистами ведущих оперных театров в постановке примет участие хор студентов и преподавателей Ульяновского государственного университета под руководством заслуженного работника культуры России Ларисы Филяниной. Ирина Антонова, Руслан Баталов. Новости Улправда ТВ.